себе. Вот это рвануло. Боже, такая плотва, а такая бойкая. Прикормка. В этот раз я использовал лещевую прикормку. Конечно, плотва была, но леща закормил с матерью. На удивление попался только один окунь. Преобладала в улове плотва. Прикормку делал не сильно влажную, липкую. Она хорошо пылит, особенно вот этот лещ. 600-граммовая упаковка, зимняя серия. Очень муть хорошую дает. Даже на удивление, что и светлая прикормка. Плотва ее очень обожает. Ловил на мормышку где-то 0,25-0,3 грамма диаметром. Леска 2,09. Мормышка меленькая, плотва мелкую мормышку очень любит. Она чем меньше мормышка, тем лучше на нее ловится плотва. Ловил на игру и на стоях хватало. Очень увлекательно и интересно. Что самое парадоксальное, плотва на разных горизонтах глубин. Я сделал две лунки. Одна 4,5 метра, вторая 5,5. Как только перехожу с более мелкой лунки, я леску сразу, мормышку не опускал до дна, не сматывался шпули. Начинал ловлю где-то в метре от дна. Активно плотва ловилась. Потом опускал ниже и там же. Ну, короче говоря, я только успеваешь опускать мормышку, практически сразу шла поклевка. Ну, вот такая вот динамичная, интересная ловля плотвы. Ну что, дорогие друзья, пришло время ловить плотву. Вот подлещик уже практически надоел, леща не получилось ловить, а мелкого подлещика уже надоело. И я решил половить плотву, тем более после резкой смены погоды, с мороза на оттепель, рыба очень стала неактивна. Судя по отчетам рыболовов, во многих пролеты. Я сделал на этой рыбалке лунки на разных горизонтах глубин и также на глубине около 5 метров. Так, многие спрашивают, где искать плотву. Ну, самый лучший вариант — это возле русла. Надо выбрать, чтобы был обрывистый свал в русло. Ну, к примеру, Печенецкая акватория, где я ловлю. Средняя глубина 10 метров в русле. 11. Ну, надо, чтобы обрывистый свал был, сразу этот самый выход на 6 метров. Ну, а там дальше, если есть еще бугорок 5 метров, это вообще супер. Я так рельеф дна неплохо знаю, Печенецкой акватории. Ну, а с карты это все выходит гораздо проще и быстрее. Сразу видно, где русло, сразу видно, где отмель, сразу видно обрывистый свал. И примерные глубины. Ну, конечно, свердить надо, мерить. Дорогие друзья, это видео
Эта рыбалка была, когда еще только началась оттепель, и лед был надежный. Сейчас дожди, так что будьте очень осторожны и внимательны. Все взвешивайте, проверяйте информацию, прежде чем выезжать на рыбалку. И прежде чем вступить на лед, надо смотреть. Потому что плюсовая температура практически неделю держится, и практически каждый день дожди, сильные дожди. Так что думайте, прежде чем выходить на лед. Будьте очень внимательны. И на льду смотрите под ноги. По темному лучше не ходите, потому что старые лунки сильно размыло дождем. Те, что были 150, те уже по 200 миллиметров. Вода стекает в лунки и размывает. Можно шамнуть ногой. И вообще смотреть надо. Быть очень внимательным. Берегите себя.
во Владвигане уже выступаю. 50. А время не прошло. И полчаса не прошло, но 50. Вы звоните, тут рыба ловит. Получше, чем обычно. Вот зараза, как она на опускание берет. Полчаса делов, и вот дюжина латвичек отличнейших. Все, надо идти под лещика. Я опять на плоту подошел. В этот раз я мормышечку взял 0,25 грамм, леска 2,09, меленькая, она медленно погружается, ну, пока камеру включал уже, жало не будем закрывать. Утки летают. Дна пасется. Дело в том, что на той лунке больше, чем на полметра, на предыдущей, меньше глубина. И я до дна еще мормышку леску не стравливал. На той глубине, на том горизонте перешел, она выше дна, в метре. Она может стоять не возле самого дна, а выше.
Боже мой, я наклеил. Ну что, дорогие друзья, пора финалить. Это самая лучшая рыбалка, скорее всего, этой зимой. И подлещика поймал, и плотву нашел. Супер. Следующий выезд будет, наверное, скорее всего, на плотву. Всего две лунки. Два раза по полчаса. Утром только прикормил. Если бы в обед еще сюда насыпал, чем я с тем лещом, леща того ждал, было бы лучше тут бы. Восемь плотвин. И перед этим полтора десятка. Супер. Еще у меня одна серия осталась непроверенная. Около 7 метров. Может, там рыба активная была бы, не знаю. Я сегодня немного перестарался. Я не знаю, как людей не клюет. Боже мой. Сегодня чуть-чуть побраконьерствовал. Я и так подлещика выпускал, ждал леща. Ну что поделаешь. Подлещики и плотва — наши лучшие друзья. Немного. Реально, налупил я сегодня как никогда. Вроде бы выпускал, не хотел ловить, а ее получилось много. Ничего страшного. Все, дорогие друзья, до новых встреч. Ну, не получилось у леща мне. Ну, что поделаешь. Товарищ сказал, его тут нету. Ну, что поделаешь. Все, всем пока, всем мира и добра. Извините, что если что-то не так.